правительстве тем временем обеспокоены занятостью населения. Казахстанцев намерены активно привлекать в строительство инфраструктуры и социальных объектов в регионах. Рабочими местами, как временными, так и постоянными, до конца года планируют обеспечить в общей сложности 1 220 000 человек. Премьер страны Аскар Мамин поручил акиматам сформировать профайлы каждого безработного и проводить точечную работу по их трудоустройству. По поручению главы государства в рамках дорожной карты занятости оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов будет дополнительно создано больше 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях. Высокую динамику реализации мер поддержки занятости хочу отметить в Шымкенте, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. До конца года осталось лишь 4 месяца. Акиматам отстающих регионов необходимо активизировать работу по реализации программ. В сегодняшних условиях первостепенная задача – это обеспечить занятость граждан.